Первый внедорожник компании Genesis под именем GV80 поступил в продажу в 2021 году. Но несмотря на свежий дизайн, производитель уже вывел на тесты рестайлинговую версию модели. Пока прототипы сильно замаскированы, но благодаря шпионским фотографиям мы можем представить внешний вид авто. Скорее всего, новинка будет выполнена в стиле седана G90 с похожей головной оптикой и новым передним бампером с декоративными вставками по краям и трапециевидным воздухозаборником в нижней части. В профиль больших изменений не ожидается, а на корме появятся обновленные фонари, объединенные узкими светодиодными полосками в духе того же G90. В целом рестайлинговая модель станет еще более современной и представительской. Официальной информации по технической части пока нет, но вероятнее всего кроссовер получит линейку агрегатов от актуальной модели. Премьера новинки запланирована на конец этого года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!